Всем привет! Сегодня опять я буду добиваться того, чтобы болванки выливались алюминиевые без пор. И вы мне пишете, что нужно обязательно выливать алюминий в прогретую форму, желательно даже в раскаленную. Но для этого нужно две лампы. И потом я подумал, а зачем весь этот геморрой, если можно просто плавить в самой форме? Я не знаю, как получится, например, в банке от ВДшки или от газового баллончика. Ну вот от фильтра в старой форме, которую я уже плавил, ну, в которую выливал алюминий. Вот в нее я сегодня хочу в ней выплавить сразу. Сделал вот такую вот подставку. Там болт, это просто отверстие в фильтре, которое закупорил. Подставка, я думаю, она будет у меня универсальная для под разные диаметры. Если сегодня получится, у меня все нормально. Я это делаю первый раз опять при вас только. Если получится, можно будет так вот плавить напрямую. То есть тигель мне нужен будет только для того, чтобы выливать сразу несколько форм, если нужно, или выливать детали большего диаметра, чем диаметр печки. То есть формы, которые просто не влезут в печку. Вот так вот. Ну вот теперь попробуем сегодня так. Плавить я буду. Я в прошлом видео сказал, что не буду трогать этот кусок. Ну, все-таки меня... интересно, потому что вы, если смотрели прошлое видео, знаете, что это алюминий, сплав с медью. Я расплавлял алюминий с медью. И вот мне интересно, расплавится ли он так же быстро от паяльной лампы. И вот, короче, ну эта форма, она и есть от него. Вот его я и расплавлю сегодня. Все, сейчас разжигаю лампу, устанавливаю форму и вперед. Все, готово. Теперь дождусь, когда остынет. Сегодня я хочу первый раз так сделать, чтобы ее не остужать в воде, а полностью, извиняюсь, а полностью, чтобы печка остыла вместе с формой постепенно. Интересно, что тоже получится. Пока что все тут красное. Ну и к тому же вот с такой подставкой, как я сегодня сделал, печка нагрелась сама внутри намного меньше. То есть основное тепло все пошло на нагрев подставки именно с формой. Ну все, теперь как остынет, буду вынимать, смотреть, проточим, посмотрим, что будет с порами. Ну вот, вынул я заготовку. И, короче, получается, эксперимент не удался. Я думал, будет она гладкая, кругленькая, а получилось вот так вот.
То есть получается в раскаленной форме, остывало и без толку. Здесь у него муровалась гайка с шайбой, это ладно. На это расчет был снизу вот этот весь окись, там немножко всякой хрени. Это тоже был расчет, что низ будет грязный. Но по бокам я думал, что будет по-другому. Она получилась хуже, чем выливать в холодную форму. В холодной форме намного лучше первоначальный вид ее после изъятия. Но сейчас попробую проточить. Посмотрю, что дальше. Может быть, эти раковины съедятся верхние и все. Главное, чтобы пузырей не было. Да, в общем-то, первый слой снят, а уже видно, что раковин мало-мало. Сейчас я наведу. Вот так вот, чтобы вам видно было хорошо. Видите, где чуть-чуть потолще снял, уже раковин нет. Поехали. Снимаются раковины, нормально все тут. Это только в самом верху они были. Еще разок пройду. Но раковина есть. Короче, по большому счету, можно сказать, опыт этот неудачный. Я так делать не буду больше. Только выливать в форму. Ну-ка, сейчас попробуем вдоль. Здесь лучше, намного лучше. Вот это вот раковина. Но все равно раковина есть. То есть не имеет никакого смысла так заниматься. Проще в тигель. Сейчас перекручу на другую сторону. Вот не было с утра настроения, нечего было браться мне сегодня за это кино. Thank you.
снизу красиво. Вообще ни одного пузырика, ничего нет. Где низ был, намного красивее. Сверху пузыри, ну там, наверное, еще и шлак присутствовал, потому что весь навряд ли можно выловить. Да, снизу красивее. Нормально. Здесь лучше с этой стороны. Вот тяна. Отлично тут получилось. Нету пор. То есть ближе к верху поры есть. К низу пор нет. Так, а вам и не видно, да? Точу, бля. Ёлки-палки. Так. Ладно, еще разок проточу. Если кому интересно это смотреть. И все, что-то без настроения вообще. Это кино снимать неинтересно. Гладенько, красивенько, но только верхушка косячная. А так нормально. Итог? Что итог? Какой можно подвести итог? Не буду я так делать. Все, на этом заканчиваю я видео свое. Неудачный эксперимент, настроения нет. Поэтому, если хотите удачные эксперименты, подписывайтесь на канал. Возможно, ставьте лайки за это видео по доброте душевной. Все, всем удачи, пока.